сложилось так, что сегодня мне нужно было пополнить карточку приватбанка. Ну, бумажных денег не оказалось, были с собой вот эти вот юбилейные, у меня какое-то количество всегда есть. Я зашел в банк, в приватбанк, понятное дело, в терминал добавить эти монеты нет возможности, поэтому я обратился в кассу. На что кассир этого отделения сказал, что она таких монет не знает, у них она их видит в первый раз. Терминал такие не принимает. А где вы взяли их, да? В Национальном банке. У вас таких нет еще? У нас таких нет, и у меня вообще таких нет. И отказалась принимать у меня данные монеты. Это просто что-то невероятное. Мало того, что в отделениях не проводят какую-то работу с сотрудниками, с кассирами. Ой, мне дайте такую. Ну, единственное место, где 100% должны приниматься украинские такие юбилейные, там, или ветхие, или, возможно, такие старых образцов деньги, это банки. Тем более приватбанк стал уже у нас национализированным и государственным банком. Почему такое происходит, у меня вот нет какого-то вот понимания, почему настолько у нас... А где бы я мог жалобу оставить? А как называется отделение ваше? Сел телефон, я позвонил с другого номера на приватбанк, чтобы оставить жалобу на этого кассира, на что мне сказали, что так как у меня нет моего финансового номера, я звоню не с него, жалобу от меня принять они не могут. Это просто какой-то нонсенс. То есть, получается, если я не являюсь клиентом банка и хочу оставить жалобу, то, к сожалению, принять у меня ее не могут на горячей линии. В отделении я спросил, есть ли администратор, есть ли кто-то, кто может быть в курсе. Мне сказали, что нет таких администраторов, ничего нет. Вот это сейчас такой уровень работы приватбанка. Ребят, ну что можно сказать? Посмотрите мой канал, подписывайтесь, узнавайте, какие есть юбилейные монеты. Я надеюсь, вы будете знать много про монеты и сможете принимать их в отделениях. Все, всем спасибо, на связи, ребят. Ой, мне дайте такую. Скоро будут у всех такие. Я тоже такую. Вы не видели? А у вас есть еще одна? Сейчас посмотрим. А сколько это? 10 гривен? Да.